Последний звонок – самый главный праздник для выпускников, поэтому им хочется, чтобы этот день стал особо запоминающимся. 11 выпускниц третьей школы в вечерний час пик у центральной проходной исполнили танец в честь окончания своего учебного заведения. Девчонки не побоялись выйти в столь многолюдное место и не только исполнить танец, но и повторить его на бис. Которые в этот момент оказались на остановке и проезжающие мимо на своих авто, конечно же, были удивлены. Отношусь хорошо, только единственное не поняла, почему именно здесь. То есть дорога, машины. Почему другого места? Более, где больше зелени, цветов, уже все расцветает. Красиво, молодцы, приятно. Молодцы, молодцы. Молодцы, хорошо, очень. Приятно, смотрится хорошо, красиво. Да и у самих участниц выступления оставило много впечатлений. Ну, мы хотели, в общем, показать себя, что третья школа, что мы... Дружный класс. Да, дружный класс. То, что мы дружный класс, это на самом деле так. Мы очень любим свою школу, гордимся ей. Надеюсь, она нами тоже гордится. Ну, один класс, в основном, одни девочки, в общем. Да, почему одни девчонки? Потому что у нас очень мало мальчиков в классе. Очень. Но они тоже активные, они тоже принимали в этом участие. Сегодня солнечный день, и мы очень рады, что у нас сегодня праздник. Что сегодня солнечный день? Впервые, 24 мая. Солнечно, да, обычно дождь. А мы так просто вообще рады солнцу. И мы решили всяко танцевать, короче. Девчонки остались довольны своей дружной командой, а те, кто увидел, с большой радостью наблюдали за происходящим, ведь им в этот момент вспомнились свои школьные годы.